Первый этап – расчистка территории. Для начала нужно убрать сухостой, поврежденные и аварийные деревья, а также растения, которые уже утратили свой декоративный вид. Жители Мацесты пообещали принимать участие в субботниках, чтобы совместными усилиями приблизить день открытия парка. Это будет одна из самых крупных, больших зеленых территорий. Это будет сквер Мацеста, который реализуется у нас по программе «Федеральная комфортная городская среда». Весь год работали, мы выполняли сначала эскизные дизайн-проекты, подбирали эти территории, информировали наших жителей, управляющие компании, ТОСы. Жители сами проголосовали за сквер на Мацесте. Этот проект занял в Хосинском районе первое место. Даже старики, как рады старики, услыхали, этот, что будет строиться парк. Они говорят, мы еще будем жить долго и счастливо, чтобы, говорит, это, ну, погулять в этом парке. Пусть процветает наш парк, а мы будем беречь и радоваться этому парку. Новый парк станет точкой притяжения для горожан. Здесь планируется проложить тротуарные, велодорожки, установить игровые детские площадки, амфитеатр со сценой на 300 мест и даже цветомузыкальный фонтан. Поэтому надо, как бы, поставлена задача подойти как можно аккуратнее к зеленым насаждениям. Но хочу сказать, что еще есть здесь второе богатство. Это сама набережная, которая была сделана. И действительно, вот так мы посмотрели, лет 50, наверное, на этот асфальт, на нога человека там, ну как, не ступала, да. Больше 6500 метров квадратных плитки, брусчатки будет уложено. И вот сейчас мы разговаривали, только на первой очереди, это там больше 50 столбов освещения. Работы будут вестись в несколько этапов. Первая прогулочная зона с парапетом и освещением по всей территории набережной реки Мацеста будет завершен уже до конца этого года. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.